Правоохранительные органы Лунгепаса задержали 58-летнего мужчину. Весной этого года в одном из садово-огороднических товариществ местный житель нашел дымный порох и патроны образца 43-го года. Недолго думая, нарушитель присвоил находку и спрятал в доме своей знакомой, без ее ведома. С учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств, в том числе активного способствования расследованию преступлений, суд приговорил виновного к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно, с установлением испытательного срока, в течение которого осужденный должен будет доказать свое исправление, выполняя возложенные на него судом обязанности. В противном же случае, по представлению уголовно-исполнительной инспекции, он будет направлен судом в колонию для реального отбывания лишения свободы. В начале этого года был похожий инцидент. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у 60-летнего лунгепасца незарегистрированное оружие и боеприпасы.